Привет. Сейчас я сделаю пакет Tracer 8.3.3.5. А здесь у нас настройка OSPF третьей версии, ну, соответственно, для IPv6, для одной зоны, то есть везде будет Area 0. А давайте начнем. Я подготовил заранее файл вот такой. Здесь у нас команды, сейчас я их объясню. Сначала мы включаем на роутере, например, на RA, IPv6 Unicast Routing, то есть IPv6 маршрутизация, чтобы она работала. Дальше мы настраиваем IP роутер OSPF-10, IPv6 роутер OSPF-10, идентификатор процесса 10, то есть 10 ставим. А роутер ID для R1 это 4 единицы, ну и так дальше. А, и указываем пассивный интерфейс, который ведет к S1. Далее выходим и начинаем настраивать интерфейс. Можно, кстати, даже не выходить, но не суть. А, можно прямо оттуда начинать настраивать интерфейсы. Сначала мы настраиваем интерфейс G00, то есть все три интерфейса нужно настроить. G00 это вот этот, он ведет к S1. А на всех интерфейсах мы прописываем одно и то же, то есть мы прописываем название, то есть прописываем IPv6 USPF, ID 10 и Area 0, так везде у нас будет зона 0. А для этого, собственно, я и сделал файл, чтобы вот это вот все вручную не прописывать, так как оно везде одинаковое. Ну, давайте начнем. Я скопирую все команды. Копирую, открываю R1, enable, configure terminal и вставляю настройки. Все, все настроилось. А здесь баллы не показываются, нужно нажимать check results, assessment items, и здесь у нас будут баллы. Вот. А RA я настроил, давайте настроим все остальное. Абсолютно так же настраиваем RB, вообще все так же, ну, идентификатор другой. Здесь даже порты вроде как такие же. Да. Копирую для RB. Enable configure terminal. Вставляю команды. Настроили R2. И также нужно настроить R3. Enable configure terminal. И копирую команды в R3. Копирую и вставляю. Команды опять точно такие же. Ничего не меняется, кроме роутер ID. Нажимаем Check Results, Assessment Items. И видим, что у нас баллы 100 из 100. То есть мы настроили правильно. А здесь не обращайте внимания, главное на score. Потому что здесь проблема с отслеживанием в этом задании. Поэтому вот так вот. А, также здесь нету тут баллов. Но это не так важно, потому что и мы сделали, все настроили правильно. 100 из 100, можете пропинговать, все будет работать. А, все, на этом как бы все. Простое задание. Надеюсь, вы все поняли. Пока.